Конечно, скажу, это не на станке резать Лерочкой в рукопашную. Очень даже тяжело. Дело в том, что резец на Лерке большой, глубокий. Врезается очень глубоко и буквально где-то после нескольких заходов сильно нагревается. Сильно нагревается, приходится остужать, потому что она просто-напросто не едет дальше. Ну, в принципе, я уже основную часть прорезал. Вот она, я покажу ее. Вот осталось буквально вот одна треть, где-то мне дорезать ее. И можно заниматься следующей операцией. Ну, в принципе, вся эта система будет готова. Именно сам механизм. А потом я уже его установлю и в конце концов с ней разделаюсь. Потому что мне необходимо уже переходить к следующей операции. Показалось, как говорится. Так, есть вот такая гильза с буртиком и с отверстием. Чем-то напоминает цветочный горшок. И вот такая шайба с направляющей. Сюда будем вкладывать упорный подшипник. Так, нижняя часть 13 мм. Потом сепаратор. И потом верхняя обойма. Верхняя обойма 12,9. После этого загоняем туда шайбу с направляющей. Роняем. Она должна туда встать. Все, эта система вся там установлена. Вот этот подшипник. Надо сюда загнать. О, загнал. А ось, она, соответственно, упирается уже в шайбу с направляющей упорного подшипника.